Ромашка. Здравствуйте, друзья! С вами Андрей Гой, и вы на канале Авантюра Плюс. Всем привет! Сегодня я приехал на фидерную рыбалку, уже как и обещал, на озеро Суходольское. Вот такое местечко красивое за мной. Здесь я уже бывал не один раз, поэтому дно мне хорошо знакомо. Но все равно я его промеряю сначала, найду точку улова и буду ловить. Погода сегодня хорошая для ловли, жара спала. Сейчас около 20 градусов тепла, дует ветер, но обещаю, что через несколько часов он спадет и тоже утихомирится. Надеюсь, что это не помешает ловле рыбы. Что же, разбираю вещи и приступаю к ловле. Смотрите, будет интересно. Показываю, как обычно, что я сегодня приготовил для рыбы. И, как обычно, у меня много вкусного для нее. Это прикормка Дунаев премиум черная, фидерная. Это усилитель вкуса Дунаев арома меласса с чесноком. Это у меня перловка вареная. Это у меня опарыши белые, опарыши красные. И червяк. Полосатый, всякий разный. Вот с таким набором я буду ловить рыбу. Надеюсь, рыбе понравится мое угощение. Глубина ловли тоже около 3 метров. Вот, о, вот хорошая поклевка. Все время, может, там просто мелочь какая-то прицепила. И на донку тоже. Оп. Друзья мои, вот я забросил удочки. У меня, как обычно, справа донка с двумя крючками, вот как раз на ней поклевки идут. Расстояние метров 25, глубина около 4 метров там. Слева у меня фидер с длинным поводком. Расстояние ловли метров около 40. И глубина ловли тоже около 3 метров. Вот, о, хорошая поклевка. Оп! О, кто-то есть. Хорошо тянет. Друзья мои, первая рыба, и это вот такая плотвичка. Очень неплохая, крупная плотвичка. Ну вот, первая рыба есть, с почином себя. Так что продолжаем ловить дальше. Подлещичек, очень даже неплохой подлещик, возьмем его тоже. Очень хорошие поклевочки, клюет и на фидер, и на донку. Поклевки на удочке продолжаются, рыба клюет, рыба ловится, клюет на червяка. Есть поклевки и на фидер, и на донку. Несмотря на ветер, поклевки очень хорошо видно. Резкие, дерзкие. Можно вытаскивать.
Вот я на рыбалке где-то около полутора часов. Уже поймал несколько рыб. В принципе, уже результат есть. Поклевки есть. Все замечательно ловится. Очень-очень хорошая рыбалка. Мне нравится. Мне такая рыбалка нравится. Спасибо реке. Спасибо природе. Спасибо погоде, что позволяет рыбачить в комфортных условиях. Ловись, рыбка большая и маленькая. Поклевки на фидер. Ловись, рыбка. Подвесочек. О, вот это даже подвесочек. И такая плотвичка. Ого-го, не маленькая. Вот такая вот плотвичка. Рыбка клюет уже настолько активно, что на две удочки не успеваю рыбачить, поэтому собрал одну донку и рыбачу сейчас только на фидер. Поклевки следуют одна за другой. Только успеваю забрасывать. Вот, клюет сейчас опять. Друзья мои, подошел вечер, рыбалку я заканчиваю. Погода была прекрасная, от рыбалки я получил все, что хотел. Полное удовольствие, рыба, все есть. Ветер стих, погода прекрасная, комфорт вообще просто замечательно. Даже меня намочил дождичек, которого не было полтора месяца, и вот он немножко пролился на меня. Ну, освежил воздух немножко, все хорошо. А что я поймал, я сейчас вам покажу. Вот это мой улов. Ох. Рыбки. По весу, мне так кажется, где-то килограмма два. Вот такие неплохие подлещики, плотвички. Возьму их на ужин. Все, я собрался, ничего не забыл. Местечко красивое. Спасибо тебе, озеро. Приду еще. Друзья, всем спасибо за просмотр, за комментарии, за то, что были со мной в эти часы. Увидимся на рыбалке. С вами был Андрей Гой и канал Авантюра Плюс. Всем пока! Эту рыбку я сейчас почищу, и мы ее приготовим на ужин.